Теперь я пришла в Леруа. Вот такие тут растения, получше цены. Все кусята пошли. Замики маленькие. Замики почем? Почти 1000. Драцены. Там антушки маленькие. А гланемы такая же цена, как в Аби. Две тысячи. В таком состоянии. Сколько тут? Три получается. Кофе. Филодендроны какие-то замученные, правда, я скажу. Так, это кто у нас? Калатея какая? Вот. Поврежденная. Здоровая. Ну, в смысле, крупная. И стоит она 2333. Вот какие красотки. Сансочки. В рядочек стоят. 3111. Ну, тут, мне кажется, помягче цены, чем в Аби. Тут горшочки с этой стороны. Дешевых горшков нету. Самые дешевые я выбрала, нашла по 36 рублей. Вот. Спатифилумов нет, сенсаций больших. Раскупили, значит, в тот раз я осенью и приезжала в том году. Тут их аж 4 штуки было, по углам стояли. Маранта хорошая, прям хорошая-хорошая. Без повреждений, прям на редкость пушистая. Тут опять замики малепусенькие. Тут эластика вот такая вот, розовая красотка. У меня умер зимой. Мирты кругленькие, шикарные. Кактусы здоровские. От лампы отсвечивает. Цена тоже здоровская. С какой стороны-то снять? Не получается, не видно. Ой, отсвечивает, короче, не получается. Не знаю, видно будет, нет? Красула. Хоббит, что ли она называется, не помню. Длинные иголочки. А тут что такое? А, просто это пакетики. А что это за растение? Мята. Мята, пожалуйста. Мята садовая. Антошки.
малепусенькие. Каламандин шикарный. Это вот лимон пушистый. А вот апельсинка, мандаринка. Цитрафар Тунелла. 3600. Антириум сиреневый. Нормальная цена. Хорошая. Тут гвоздички. Всяких расцветок. Гвоздички почем у нас? Гордения. 1500. Опасно брать. Загнется, как всегда. Хризантемки красивые. Разноцветные, яркие. А этим места не хватило, что ли? На полу стоят малепусечные орхидейки. 933. Здесь каланхоя разноцветные. Все такие красивые. А вот гордения подешевле. Но она без бутонов. Сингониум. Фуксия, балеринка. Вот какой. Пальма какая, как называется, хризалида карпус, вот, даже не знаю, как называется. Тут тоже фуксии, скваменчики, и вот что, гортензия садовая, розовая. А это кто? Фикус макламе. 6000. Ну все, кружочек сделали, прогулялись. Пора и домой валить. Хватит гулять по цветам. Наблюдать за цветами, любоваться. Так, а это чего? Это проращивать. Набор для, наверное, ребятишек, чтоб ухаживали. Проращивали, только я не знаю, что там вырастет. А, вот подписано. Лаванда. Анютины глазки. Еще кто есть? Все, наверное, да? Лаванда и все. А, вот еще кедр. Кедр. Дерево. Все, больше выбора нет. Три варианта. И то хорошо. Газон зеленый. Укрывочный материал. Я, моя. Так как сумку оставляете опасно. А там денег нету. Ну, не важно, все равно всякие разные люди. Я не жадная. Так. Поливают они тут, занимаются. Что меня во всех магазинах сегодня шугают. Туда-сюда. Ну ладно, все, всем пока, на этом хватит гулять.